Азимут отель Сочи. Уровень 3 звезды. Расположен в Амеретинской низменности в непосредственной близости от спортивных и развлекательных объектов. Олимпийский парк, трасса Формула-1, парк развлечений Сочи парк. В 13 километрах от отеля находятся Адлерский дельфинарий и океанариум. Пляж в 600 метрах, мелкогалично оборудованный, лежаки за дополнительную плату. Отель представляет собой 12 восьмиэтажных корпусов. Это крупный курортный комплекс, общий номерной фонд которого составляет 2880 номеров. Огороженная территория отеля занимает около 24 гектар и включает огромное количество прогулочных аллей, пруды, места для отдыха, торгово-развлекательные зоны. Гости могут проживать в номерах следующих категорий комфортности. Стандартный одноместный двухместный, люкс-супериор двухместный и люкс-двухместный. Есть номера для людей с ограниченными возможностями. Инфраструктура. 5 открытых бассейнов, рестораны, бары и кафе. Бесплатная открытая парковка. Магазины. По питанию есть различные пакеты. Завтрак, двухразовый, завтрак, обед или завтрак, ужин. Трехразовое питание, шведский стол. Или сет-меню, в зависимости от загрузки отеля. Для детей есть игровые и спортивные площадки, а также детские отделения в бассейнах. В летний период проводятся анимационные программы для детей. Wi-Fi на территории бесплатно. Особенности. Гарантированная квота мест более 350 номеров. Подходит для размещения групп. Город-отель «Бархатные сезоны». Уровень средний плюс. Расположен на южной границе города Сочи и Меретинской бухте в пешей доступности от Олимпийского парка и трассы Формула-1 в 8 километрах от аэропорта. Пляж в зависимости от комплекса. Екатерининский квартал в 50 метрах, Чистые пруды в 100 метрах, Русский дом в 700 метров, Александровский сад 1 километр. Пляж городской, мелкогалечный, оборудованный. Город-отель состоит из 4 комплексов. Александровский сад, Чистые пруды, Екатерининский квартал и Русский дом. На территории общей площади 420 тысяч квадратных метров разместили 120 отельных корпусов и 19 коттеджей. Здание представляет собой 4- и 5-этажные комплексы, номерной фонд составляет почти 9 тысяч номеров, часть из которых оборудована для проживания маломобильных групп населения. Категория номеров – стандарт двухместный. На территории комплексов находятся продуктовые и бытовые магазины, рестораны, кафе, пиццерии и бары. Всего более 50 разнообразных мест питания. Сувенирные лавки, экспресс-услуги химчистки и прачечной, экскурсионное бюро, фитнес-центры, аптеки, медпункты, детские спортивные площадки и салоны красоты. Есть различные пакеты по питанию. Без питания – завтрак, двухразовый завтрак-ужин, либо трехразовое питание – шведский стол. При размещении с двумя взрослыми дети до 3 лет принимаются бесплатно с предоставлением места и питания. Предоставляются скидки детям до 12 лет на основных и дополнительных местах. Есть детские площадки, прокат велосипедов, кроваток, услуги няни. Проводятся дневные анимационные программы. Wi-Fi на территории в номерах бесплатно. Особенности. Гарантированная квота номеров – всего более 1500 номеров. Санаторий «Южное Взморье». Уровень средний плюс. Расположен в 300 метрах от городского парка культуры и отдыха города Адлера, в 3 километрах от аэропорта. Пляж в зависимости от корпуса от 30 до 200 метров. Мелкогалечный, оборудованный. Парковая территория санатория составляет в общей сложности 11,5 гектар. Комплекс состоит из 4 корпусов и 5 коттеджей. Категория номеров – стандартная 1- и 2-местный, студио, люкс, 1- и 2-комнатный, вилла, люкс. Из инфраструктуры – основная столовая в 3-м корпусе, ресторан, кафе, летнее кафе и бар, крытый и открытый бассейн с морской водой, банный комплекс с русской баней и финской сауной, спортивные площадки, спортзал, тренажерный зал, теннисный корт, бильярдная, открытая охраняемая платная парковка, концертный зал на 700 мест, конференц-зал на 50 мест. Питание. В зависимости от категории номера. Для гостей, проживающих в номерах категории «Стандарт», предлагается трехразовое питание по типу «Шведский стол». Для проживающих в номерах «Студио» и «Люкс» предлагается трехразовое питание по меню с полным обслуживанием официантами. Дети принимаются с любого возраста. Для детей есть детское отделение в открытом бассейне, игровая комната с воспитателем, игровая площадка, детская дискотека, прокат кроваток. Анимационные программы проводятся в дневное и вечернее время. Есть вечерние шоу-программы в концертном зале. Wi-Fi на территории бесплатный. Санаторий обладает мощной лечебно-диагностической базой.
Профиль лечения заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, нервной системы, мочеполовой системы, гинекологические и урологические заболевания, кожные заболевания и заболевания эндокринной системы. Есть специализированные программы с элементами СПА. Особенности. На базе санатория функционирует Центр естественного оздоровления «Натурамед», который предлагает программы очищения организма на клеточном уровне по методу эндоэкологической реабилитации Левина. Санаторий «Коралл». Уровень средний плюс. Входит в состав курортного городка Адлер-Курорт, расположен в 5 километрах от центра Адлера и 2,5 километрах от аэропорта. Пляж в 100 метрах, собственный, песчано-галечный, оборудованный. Узкая пляжная полоса, в пик сезона пляж может быть перегружен. Проход к пляжу осуществляется через тоннель под железной дорогой. Территория курортного городка составляет 50 гектаров. Корпус санатория представляет собой высотное здание в 15 этажей, оборудованное лифтами. Номерной фонд включает в себя уютные номера различных категорий – стандарт, студия, апартаменты и люкс. После реконструкции в 2014 году появились номера для людей с ограниченными возможностями. Санаторий входит в состав Адлер-курорта, поэтому все желающие могут воспользоваться всеми преимуществами курортного городка, а именно – аквапарк «Амфибиус» и банный комплекс за дополнительную плату, открытый плавательный бассейн с морской водой, спортивный центр, спортивные площадки, многочисленные магазины, кафе, рестораны, медицинский центр. В непосредственной близости находится сочинский океанариум, Сочи Discovery World Aquarium, дельфинарий, боулинг, ночные клубы и развлекательные центры, а также питьевой бювет с минеральной водой. По питанию есть различные пакеты – завтрак, двухразовый завтрак-ужин или трехразовое питание «Шведский стол». Для детей есть детские бассейны, игровые комнаты и площадки, парк аттракционов. Регулярно проводятся интересные развлекательные мероприятия. Для детей до 14 лет предоставляются скидки при размещении на основных и дополнительных местах. Анимация есть вечерняя, детская и дневная. Санаторий обладает мощной лечебно-диагностической базой. Профиль лечения – это заболевания сердечно-сосудистой и нервной систем, опорно-двигательного аппарата, органов дыхания и лор-органов, андрологические заболевания и заболевания кожи. Есть пакеты без лечения, с базовым лечением, а также пакеты с мацестой, в которых включена доставка в бальную лечебницу, а также лечение мацестой исключительно по назначению врача. Рекомендуем для семейного отдыха с детьми и санаторно-курортного лечения. Особенности. В квоте у компании «Алиан» находится весь номерной фонд санатория. Пансионат «Фрегат». Уровень средний. Расположен на территории курортного городка Адлер-Курорт, известного своей развитой инфраструктурой. Пляж в 100 метрах, собственный галечный оборудованный. Проход к пляжу осуществляется через тоннель под железной дорогой. Состоит из одного высотного 15-этажного корпуса. Категория номеров – стандарт, студио, люкс двухкомнатный. Все отдыхающие пансионата «Фрегат» доступны развитой инфраструктуре курортного городка. Это банный комплекс, который включает римскую, русскую, турецкую, финскую бани, открытый бассейн с морской водой, аквапарк, океанариум, дельфинарий, спортивный комплекс, медицинский центр, питьевой бювет, торгово-развлекательный центр, рестораны и бары. Гостиничный комплекс предлагает услуги массажного и косметологического кабинетов. Работает магазин. Есть настольный теннис, тренажерный зал, теннисный корт, платная охраняемая парковка. Питание трехразовый шведский стол, межсезонье питание комплексное. Для детей есть игровая комната, детский городок, парк аттракционов, прокат кроваток. Для детей до 14 лет предоставляются скидки на основные и дополнительные места. Wi-Fi на территории бесплатно. В пансионате работает лечебно-оздоровительный центр и медицинский центр новых курортных технологий «Янтарный». Есть пакеты с лечением и без лечения. Рекомендуем для семейного и молодежного отдыха и оздоровления. Санаторий СССР. Сердечный сервис, 100% релаксация. Уровень средний. Расположен в Адлерском районе города Сочи в непосредственной близости от курортного городка, центра досуга и развлечений города Адлера. Пляж в 150 метрах, собственный мелкогалечный оборудованный. Проход к пляжу осуществляется через тоннель под железной дорогой. Состоит из одного 8-этажного спального корпуса и 3-этажного лечебного корпуса. Категория номеров – стандартный, одноместный и двухместный. Есть номера с кондиционерами и без.
повышенной комфортности, люкс двухкомнатный. Инфраструктура: столовая, крытые и открытые бассейны, тренажерный зал, настольный теннис, конференц-зал на 70 мест, открытая охраняемая платная парковка. Гости санатория СССР могут за дополнительную плату пользоваться всей инфраструктурой Адлер-курорта, а именно аквапарк, дельфинарий, океанариум, парки аттракционов, спортивные площадки, рестораны и бары, бильярд, боулинг, ночные клубы, а также питьевой бильярд. Питание. Высокий сезон, трехразовый шведский стол. Дети принимаются с 4 лет. Детям до 13 лет на дополнительных местах предоставляются скидки. Для детей доступна вся детская инфраструктура на территории Адлер-курорта. Детские аттракционы, детское отделение в бассейне, игровая площадка. Для взрослых проводятся вечерние развлекательные мероприятия. Профиль лечения: заболевания нервной системы, опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой системы, болезни кожи, гинекологические заболевания, урологии, заболевания лор-органов, аллергические заболевания, в том числе на основе методик традиционной китайской медицины. Есть специализированные СПА-программы, такие как коррекция фигуры и снижение веса. При пребывании в санатории более 16 дней и отсутствии противопоказаний в стоимость входит МАЦЕСТА. Есть пакеты с лечением и без лечения. Рекомендуем для бюджетного отдыха и санаторно-курортного лечения. Санаторно-курортный комплекс «Знания». Уровень средний. Расположен в Адлерском районе города Сочи в непосредственной близости от курортного городка Адлер-курорт. Пляж в 50 метрах, собственный галечный оборудованный. Территория санатория площадью 8 гектар представляет собой парк, где произрастают субтропические деревья, кустарники и цветы. Комплекс состоит из двух семиэтажных спальных и одного лечебного корпусов, соединенных теплыми переходами. Категории номеров: одно- и двухкомнатные номера категории «Стандарт» и «Стандарт улучшенный». Инфраструктура: столовая, кафе, крытые и открытые бассейны, финская сауна, магазины, теннисный корт, бильярдная, спортзал, летняя танцевальная площадка, игровые и спортивные площадки, тренажерный зал, конференц-зал на 200 человек, открытая охраняемая платная парковка. Питание: трехразовый шведский стол. Для детей есть игровая комната с испытателем, компьютерный зал и детские площадки. Wi-Fi на территории. Медицинский корпус санатория оснащен современным лечебно-диагностическим оборудованием. Санаторий специализируется на лечении заболеваний опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной систем. Есть пакеты с лечением и без лечения. По желанию гостей осуществляется трансфер до бальнеологического курорта МАЦЕСТА. Рекомендуем для всех категорий туристов. Пансионат «Бургас». Уровень средний плюс. В апреле 2013 года пансионат прошел международную сертификацию на соответствие категории 3 звезды. Находится в поселке Кудепство, районе Большого Сочи, недалеко от курортного городка Адлер-курорт, где сосредоточены основные места отдыха и развлечений туристов. Пляж в зависимости от корпуса от 50 до 150 метров, собственно, песчано-галечное оборудование. На его территории расположен новый спортивно-оздоровительный комплекс. На набережной расположены два пляжных корпуса, предлагающие номера категории двухместный стандарт. Проход к пляжу с основной территории осуществляется через подземный переход. Пансионат расположился на первой береговой линии в окружении зеленых пальм и собственного дендропарка, где можно полюбоваться редкими видами южных растений. На основной территории расположены два комфортабельных семиэтажных корпуса. Корпус номер 1 «Бургас» соединен теплым переходом с рестораном. В корпусе номер 2 «Синара» функционирует медицинский центр. Номерной фонд представлен одно- и двухместными номерами категории «Стандарт», «Студио» и «Люкс». Пансионат имеет современную инфраструктуру: ресторан, кафе, бары, многопрофильный медицинский центр, спортивно-оздоровительный комплекс, бильярдная, сауна, открытый бассейн, футбольные и волейбольные поля, настольный теннис, теннисный корт, конференц-зал на 150 мест. Питание. Летом трехразовый шведский стол. В межсезонье трехразовое меню заказ с элементами шведского стола. Для детей есть детская игровая комната с испытателем, детская площадка, аттракционы. Анимация проводится дневная и вечерняя, взрослая и детская. Медицинский центр пансионата является современным многопрофильным лечебно-диагностическим центром. Профиль лечения – это заболевания опорно-двигательного аппарата, сердечно-сосудистой и нервной системы, кожные заболевания, органы дыхания и лор-органы, гинекология, мочеполовая система. Есть пакеты с лечением и без лечения. Рекомендуем для семейного отдыха и оздоровления.